Hello, FaceBox TV Fox. This show we are at the Russian State Symphony Chapel with Valery Polyansky in the Moscow International House of Music. Let's discover what they are doing today, FaceBox TV team. Привет, друзья. С вами FaceBox TV. Мы находимся с вами в Московском международном доме музыки. Давайте посмотрим, что для нас сегодня подготовила академическая капелла России под руководством Валерия Полянцева. FaceBox. Ciao amici di FaceBox TV. Questa puntata siamo alla Cappella Sinfonica di Stato Russo con Valery Polyansky dalla Casa Internazionale di Musica a Mosca. Andiamo a vedere FaceBox TV team. My name is Peter Tataritsky. I am introducer of concert program Moscow and Russian Federation. I am actor and director of program. Today we have first performance in Moscow International House of Music. This is operette of Franz Legar, Graf, Luxembourg. This is a synthetic performance of higher standard of classical music. Very good singer subjects, playing of actors. It's very interesting comedy story in our 21st century. I hope our spectators in Moscow, and not only in Moscow, can see this performance avec pleasure. I love FaceBox TV. Я люблю FaceBox TV. Еще вещи. Видишь, как я делаю? FaceBox TV. Я Валерий Полянский, дирижер, руководитель Государственной симфонической капеллы России, которой руковожу уже более 20 лет. В нашем исполнении прозвучала фиалка Монмартра, «Веселая вдова», и вот сегодня в Доме музыки оперетта «Граф Люксембург». Это необычное исполнение, здесь нет декораций, есть только костюмы, есть желание артистов исполнить это, есть большая работа, которая проведена Петром Татарицким. Я люблю Facebook. Здравствуйте, меня зовут Чудотворова Екатерина. Я являюсь солисткой театра «Московская оперетта». Сегодня я исполняю роль Джульетты Вермон в оперетте Франца Легара «Граф Люксембург». Я люблю FaceBox! Everyone, my name is Anastasia Rybakova and I'm a sound engineer of the wonderful orchestra who will be playing just in a few seconds in this stage of Moscow International House of Music here. I will be doing a little bit of reinforcement just for the soloist because the acoustic of this wonderful hall is a little bit tricky for the words, so we'll be using this radio headsets a little bit, and we're closing the season now, so I'm very happy and pleased to work with this wonderful orchestra conducted by amazing conductor Valery Kuzmich Polyansky. Thank you very much. I love FaceBox. Oh,
зовут Леонид Бомштейн, тенор. Для меня первый опыт работы в оперетте. Я получаю огромное удовольствие. Это просто кайф. Замечательный режиссер Петр Татарицкий, замечательный маэстро Полянский. В общем, это для меня огромное удовольствие. Удовольствие хохметь. Я купаюсь в этом. Это замечательно. Я люблю Facebox. Всем привет! Меня зовут Ольга Ступина. Мое сценическое имя – Бейс Дивас. Я играю на контрабасе в составе симфонической капеллы России. Сегодня замечательная постановка оперы «Граф Люксембург» в Доме музыки в Москве. Я всем желаю прекрасного просмотра. I like FaceBox TV! Yeah! Меня зовут Александр Алиев, я баритон, исполняю роль графа Рене в замечательной оперетте Лигара «Граф Люксембург». Спасибо. FaceBox TV. Меня зовут Евгения Кривицкая, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор Московской консерватории. Сегодня я поняла, что я люблю оперетту. Это совершенно потрясающее искусство, потрясающий спектакль. Я получала громадное удовольствие, море улыбок, позитива. И, конечно, совершенно потрясающая история о любви, которой, мне кажется, так иногда не хватает в наше время. Чудесная музыка. Эта оперетта звучит не так часто, и, мне кажется, она нашла сегодня своего зрителя. Потрясающие певцы, дирижер, режиссер. Я получила огромное удовольствие. Спасибо. I love FaceBox TV. Привет, меня зовут Таня, я играю на арфе в академической симфонической капелле под управлением Валерия Полянского. И сейчас мы исполняли оперетту Лигара «Граф Люксембург». Смотрите в FaceBox TV. Меня зовут Анастасия Привознова. Я сопрано. Екатерина Чудотворова. Ведущая солистка Московского театра оперетты. Ведущая сопрано Государственной академической симфонической капеллы России. Мы все родом из графа Люксембурга. We love FaceBox TV. Woo! We love FaceBox TV. Moscow International House of Music with Valery Polyansky, FaceBox TV team. Академическая капелла России под руководством Валерия Полянского, FaceBox. Dalla Casa di Musica Internazionale di Mosca, FaceBox TV team.